Всем привет! Играем в Пазмофобию Соло Профи Point Hope. Первый раз такое вообще говорю. Все бывает в первый раз. Божечки, неужели у меня оборудование третьего тира? Бывает же такое, да? Взяли разрабы и сделали красиво. И сделали теперь такой термометр, которым хочется пользоваться. Ну, сразу было так не сделать. Никто не знает. Так, щиток у нас на кухне, судя по всему. Роуз Бартон, благовоние, сфотографировать датчик движения. Не сфотографировать датчик движения, а сфотографировать призрака, датчик движения повесить. Будем ли мы делать идеальное расследование? Ну, попытаемся. Но вообще, некая задача у нас стоит выжить прежде всего. Ну, или постараться выжить. Короче, давайте не будем никаких ожиданий вообще от этой катки в голове себе придумывать. Вот что получится, то получится, да? Говорят слабаки. Не привыкла я еще к этой карте. Непонятно, где тут прятаться, чего тут прятаться, куда, зачем. Такое ощущение, что здесь вообще лучше не прятаться. Потому что иногда... На стриме, когда мы впервые смотрели на эту карту, у нас были моменты, что шла охота, а мы об этом даже не знали. То есть мы были где-то в другом месте, на другом этаже, а здесь на секундочку 10 этажей. Десятиэтажка получается. И мы просто не знали, что идет охота. Так что как будто бы можно и не прятаться особо. А если у вас там Йокай, то как бы вообще отлично. А если у вас Диоген... То главное, чтобы было где мансануть, да? И все. Так, у нас проклятого нет. Я так вроде запомнила все, где проклятые, но... Так, ни доски, ни зеркало. А тарошки я посмотрела? По-моему, не посмотрела. Там 10 градусов, да, вроде бы было? Скорее всего, оно. Это, скорее всего, оно. Так как у нас рассвет, у нас тут чуть теплее, чем нужно, поэтому... Походу, вот это вот как раз комната, где у нас 10 градусов. Хобби-комната. Это как раз она. Та, которую мы ищем. Так, ну что, а? Троечка. Пусть лежит. Пусть лежит, пусть валяется. Что у нас там еще может быть? У нас еще может быть там вододол. Пойдемте сразу сходим. И лапка, да? Вообще, я планирую тут так долго ходить в темноте, что проклятый предмет мне не понадобится вообще. Никогда. Ага, вододол. Окей. Так, вододол. И акулу я заберу. Кость, кстати. Путь. Это грустный какой-то вододол. У него голова как-то болтается. Аркамакафо. Он как-то приуныл, смотри, совсем прям. Да ладно, не грусти. Какая-то новая анимация, что ли, для вододола. Так, акулу я беру с собой. Если что, это акула издает звуки. Имитируя тревожную музыку из челюстей. Так, ну чего, комната у нас есть. У нас есть проклятый, у нас есть кость. Это уже неплохо. И что нам с собой взять? Камеру, дотс. Давай выбросим, наверное, фонарик. Камеру, дотс, блокнотс. Это профессионал, напоминаю, тут у нас три улики, поэтому... Должно у нас все получиться. Хочется в это верить. Давайте здесь свет включим какой-нибудь. Вроде кажется, что окна есть и все такое, но прям сильно темно на этой карте без фонарика.
А местами немножко и грустно. Так, они здесь, да, выше. Это выпивательная комната, а нам нужно вот в эту комнату. Так, где здесь свет? Божечки. Не надо. Не надо, не надо. Так, арба есть. Чек. Так, могу... Могу дотс повесить здесь? Могу. Отлично. Так, книжку сюда положила. Чек. И это все выключила. Призрачный огонек отметил. Пока все идет неплохо. Сейчас надо взять соль, взять уф. Заодно, может, подфоткать что-нибудь. Здесь вот темновато. Может, здесь тоже свет включить. Сейчас будем искать следы ножные. Да. Что у нас там по рассудочку? 68. 68. Ну, наверное, одну ходку успею это еще сделать. Или что? Или выпить? Выпьем. Давай выпьем, не будем переживать. Сейчас распереживаюсь. Начну рефлексировать. Так. Давай, наверное, включим свет. Чё-чё-чё? Чё-чё? Троечка. Ага, хорошо. Где бы нам посолить-то? Давай как-нибудь вот здесь, в узких местах. Ты молодой? Elderly individual. Мара Юкай Анрю. Вот так. Вот так вот. Кого ждем в таком случае? Минусовой нет. Ага. Палка, палка. Походу нет отпечатков-то. Как будто бы. Минус ультрафиолет, минус минусовая. Остается Мара и Йокай. Лазерка видела. Значит, Йока. Значит, Йока. Сфотографировать датчик движения. Можно ли сейчас сфоткать на лазерке призрака? Это засчитывается? Вообще раньше засчитывалось. Надо попробовать, потому что это хороший варик. Чтобы нам не фоткаться во время охоты и успеть, там, не знаю, солей нафоткать вдоволь. Может быть, получить идеальное расследование. В этом обновлении нельзя фоткать все фотографии в альбоме, а потом выполнять цель с фотографированием призрака. Это теперь считается небывалым читерством. Поэтому мы так делать не будем. Давай, наверное, даже одну соль выбросим. Мы сейчас лучше фотик возьмем. Постараемся его на доте как-нибудь ловить. Ну, скорее всего, на две звезды выйдет. Ну, как получится. Сфоткали. Так, ну сейчас попробуем подловить. Там, по-моему, ушел по доцу. Был что-то такое.
Движения какие-то. Может, топор был изо рта. А что там на Мару? Там на Мару, наверное, блокнот, да? Ага. Ясно. Ясно. Так, а дотс будет какой-никакой? Ку-ку. Куда бы мне датчик движения повесить? Наверное, сюда? Наверх пойдем, если что. Не хочет, смотри. О! Нормалёк, спасибо. Спасибо, бабка. Мы, правда, теперь в темноте, как дурачки. Кость была в детской, да, кажется? Это чпоньк. Так, здесь, наверное, надо свет включить, если мы хотим сюда убегать, да? Было бы неплохо. Так, датчик движения сработал. О, хорошо. Что-то отлетело красиво. Это еще отлетело, но не видно. Так, мы вудудол сфоткали? Сфоткали. Нам одна фотка осталась. Да подожди. Чем мы тут сейчас будем разряжаться? Не по делу. Не будем рисковать. Возьмем еще соли. Так, что у нас по заданиям? Спугнуть благовонием. То есть нам придется в любом случае вызывать атаку. Ну и ладно. Прячемся как-нибудь. Так, итого у нас фонарь. Соль там лежит, благовошка, зажигалка. Зажигалка теперь не занимает места в инвентаре, поэтому берем как бы 4 айтема и кайфуем. В принципе, несмотря на то, что комната достаточно обширная, плюс круглая, необычная, да, непривычной нам формы, улики достаточно быстро показываются. И это хорошо. Так, я тут еще насолю в одном месте. Ага, лазерка прошлась. Датчик сработал. Сейчас что-нибудь. Что это такое? Что это за звук был? Тут что-то жует. Непонятно. Ну ладно. Так, ну что, бабка, давай наступай в соль, заколебал. Или кинь что-нибудь, я теперь вижу. Я теперь все вижу. А если сейчас дот сфоткать, это будет взаимодействие? Или это будет призрак, он не засчитается? Вопрос остался без ответа. Ну чё затихарилась-то? Давай. Брогось.
Ты же Йокай. Нет? Ты не Йокай? Ау. Ауф. О. Опять не пойми, что случилось. Вот это что ли? Бабуль, уйди. Ощущение, что да, она вот это вот открыла. Какие-то скрипы, микроскрипы. А, эта штука закрывается при гастухе. Все, я поняла. Ага. Окей, окей. Неудочно. Неудочно это как неудачно и неудобно. Неудочно я тут соль посолила. Прям вообще. Уже и атака началась. Вот это опасненько сейчас было. Прям даже неприятно. Я не рассчитывала, что там шкаф закрыт. Все получается. Осталось теперь очень-очень быстро и технично убежать. Очень далеко. Прям невероятно. Я заберу вот это и меч. Все, по красоте. Все. Это мои трофеи. И я поехала. Ну, вроде, если я там нигде с солью не напортачила, это должно быть идеальное расследование. Идеалити. Первое идеальное расследование на Point Hope. Да. И так оно и случилось. 1325 баксов за Юкая. Отличный результат. Спасибо всем, что смотрели. Увидимся в новых видеороликах. Всем пока.